непосредственно к программе, потому что у нас будет то, что планируется. План презентации мы расскажем об условиях участия, о датах, но об условиях я уже чуть-чуть рассказал, о целях и задачах нашего курса, о ведущих, кто мы такие, и о плане работы. Ну, значит, о ведущих сразу немножечко забегая вперед. Сегодня с вами я, Михаил Копытов. Наверняка многие из вас были на моих вебинарах. Кто был, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я видел, что да, мы знакомы в целом. И если говорить о, так сказать, да, вот я вижу, что меня знают, видят, это отлично. И если говорить о, значит, том, как, что будет проходить, Сергей Владимирович сегодня не будет, но именно в большей части даже он будет отвечать на письма, у него есть такая возможность. Во-вторых, ну, могу прямо сказать, не скрывая, у Сергея Владимировича Гудкова намного богаче опыт в плане личной практики, чем у меня, потому что я работаю с 2003 года, а Сергей Владимирович работает с 99 или 2000 года. То есть у него стаж, получается, уже 14-15 лет, и все это время он, ну, в большей степени узко специализировался на психокоррекции избыточного веса. Угу. Хорошо, Татьяна, спасибо. Итак, значит, сам курс у нас начинается 24 марта, а завершается примерно 12 апреля. Ну, у нас там будут дополнительные поддерживающие встречи, я подчеркиваю. Ну, там даже дальше там у нас будет потом еще. То есть вообще полное окончание намечается в конце апреля. Потому что, ну, мы всегда учитываем вопросы, пожелания, и вы пишете нам каждый день письма, мы также отвечаем на ваши вопросы. Хотя этот курс интенсивный, он у нас заметно длиннее, чем многие другие курсы, которые предлагают, допустим, наши коллеги. И вот наш курс, главная его идея заключается в чем? Это не просто прослушать там записи или еще что-то, а в том, что вы получаете пошаговые указания, ежедневную поддержку, обратную связь. То есть есть общее домашнее задание, вы его делаете, исходя из того, что у вас получается или, допустим, не получается. Вы пишете нам, и мы его корректируем, учитывая ваши особенности. Это раз. Во-вторых, ну, по поводу гарантий, да, и прочих вещей. Ну, что мы можем вам предложить в качестве ожидания? За месяц там 10 килограмм сразу в минус и так далее, точно этого не будет, и мы считаем искренне, что это даже вредно. Вы начнете снижать вес со скоростью в среднем около 2 килограммов в месяц. Легко, без запретов, спокойно. Ну, как говорится, тише едешь, дальше будешь. Можно, конечно, прибегать там к разным методам кодирования, но я считаю, что это достаточно вредные методы. Почему? Если мы не разбираемся в истинной причине, откуда, почему это. Конечно, есть и заболевания, там, и гормональные расстройства, и прочие вещи, но в основе все-таки лежит психологические причины. Не всегда, но часто, в большинстве случаев. Потому что люди не умеют распознавать потребности своего тела, игнорируют их. Это начинается с самого детства. Мой любимый пример, вот, маленького ребенка очень сложно кормить, если он не хочет. Кто с этим знаком, поставьте плюсик, или кто это помнит. На примере своих детей, может быть, внуков, племянников. Кто это помнит, поставьте плюсики. Да. Но уже с самого детства, когда ребенок приходит в садик, его начинают, вот, кушаем завтрак, обед, ужин, писем, ходим в туалет тоже по расписанию. И ребенок говорит, я не хочу кушать. Ему говорит, надо, Федя, надо. Или наоборот, он говорит, а я хочу кушать. А ему говорят, ну, подожди до обеда или там до ужина. И так постепенно ребенок приучается, вот я уже взрослый человек, кушать никогда есть потребности организма тела, а по графику, исходя из того, сколько надо. И часто вот, ну, съешь еще одну ложечку, ну, доешь до этого до конца. Наверняка такое тоже, помните, поставьте плюсики. Ребенок достаточно тонко чувствует потребности организма. И сколько ему нужно. Но современный человек в большинстве начинает эти потребности игнорировать. И уже кушает не потому, что есть голод, потребности организма, а потому, что надо есть. Ну, неудобно как-то отказаться, ведь я же в гостях, ну и так далее. Или запихивать себя с утра. Поставьте плюсик, лучше нет, не плюсик, а напишите «да».
кого такое есть, что вот с утра давитесь, когда тело еще не проснулось, ну все равно давитесь завтраком, потому что надо покушать. Есть такие? Нет, ну тоже хорошо, кстати. Но если есть, напишите «да». Чтобы... А, вот, все-таки есть. Но это тоже не совсем правильно. Но, к сожалению, не всегда мы понимаем, что вот наш стиль жизни это позволяет. Поэтому мы сразу говорим, что эта программа, к примеру, подходит для тех, кто может в течение дня делать перекусы. Серьезно говоря. Главная идея – питаться чаще, а именно чаще, но мелкими порциями. Это более органично, гармонично для нашего организма. Это раз. Вот кто писал, заполнял анкету, наверняка этот вопрос помните. Если помните, тоже поставьте плюсик. И эта программа подходит, во-первых, если у вас есть лишний вес, или вы склонны к нему. То есть мы не кодированием занимаемся, хотя у нас используются гипнотические методики, подходы. Это необходимо, чтобы быстро, качественно, на бессознательном уровне проработать те программы и стереотипы, которые есть у вас. Наверняка многие из вас прекрасно понимают, что не нужно делать и как не нужно делать, но не всегда что-то можем с собой поделать, правильно? И вот как раз эта программа позволяет нам что сделать? Она позволяет изменить эту старую программу, стереотип, который есть внутри вас. Когда, понимаете, рука тянется сама. На осознанном уровне это бывает достаточно сложно делать, простыми уговорами. Наверняка вы тоже по себе, вы прекрасно знаете, как питаться наверняка, да. Посещали разные программы многие из вас. Но, к сожалению, привычка берет вверх. И для того, чтобы... ее изменить, как раз мы прибегаем к этим гипнотическим подходам, которые у нас есть. У нас получается каждое занятие – это отдельная медитация. Мы учимся сами расслабляться, погружаться в эти состояния, прорабатываем внутренние проблемы или те или иные стереотипы, которые вновь и вновь заставляют вас набирать этот вот вес. Кроме того, само по себе погружение в эти состояния благотворно действует на наш организм. Мощные механизмы саморегуляции, их никто не отменял. То, что используется в медитациях, в самогипнозе. И мы, Сергей Владимирович, ну, по опыту, говорю сказать, мы уже более 10 лет занимаемся именно работой в формате гипноза, гипнотерапии. И с моей точки зрения, это один из наиболее действенных, безопасных, эффективных способов. Но, опять же, не всем подходящий. Для этого мы тестируем. Поэтому, если у вас есть вот привычка к перееданию постоянная, да, или временами к срывам, если вы... хотите снижать вес комфорта без надрывов и голодовок, я вообще считаю, что всякие диеты, голодовки – это очень вредно для организма. Ну, суть очень проста. В природе нет проблем, в дикой природе, с перееданием. И наши бабушки и дедушки, наверняка вы помните, зачем ездили в профилактории. Кто помнит, поставьте плюсик или напишите. Конечно же, поправиться. Вот кто такое помнит, поставьте плюсик. Потому что... население в целом не доедало, и только в 21 веке людей, страдающих от избыточного веса и заболеваний, связанных с этим, стало заметно больше, чем людей, страдающих от голода. Ну, плюс еще еда такая, да. И природа за многие века выработала механизм стереотипа, как наоборот запасаться, минимизировать расходы. Поэтому, если мы голодаем, организм это расценит. Ну, голод – это плохо. Когда начинаем есть вдруг обычно, как нормально – то организм рассуждает, голод был один раз, может быть и второй, надо запасаться. И это не шутка, некоторые смеются, но я привожу пример, как, знаете, как вот, извиняюсь, поросят выращивают, их то двойную порцию дают, они прям едят, а потом они, ну, не особо не едят двойную порцию, тогда их день-два голода морят, а потом снова дают двойную, они даже тройную порцию съедают, а потом снова меньше лет, а потом их снова морят, а потом они уже привыкают, они начинают запасаться и очень быстро начинают набирать вес. Вот кто с этим слышал про это, поставьте плюсик. И механизм абсолютно одинаковый, что у животных, что у человека, поэтому чем больше вы голодаете, тем больше вы расшатываете этот естественный механизм. Поэтому мы призываем к плавному, спокойному, комфортному снижению веса. И задача даже не снижение веса, это нормализация веса. Это стройная жизнь, стройный образ жизни. Именно этому будем учиться. И поэтому, да, сбросить вес к весне, там, к лету, это можно быстро сделать. Достаточно буквально пару сеансов кодирования. Но поверьте, обычно вес потом возвращается после этого еще с большими, так сказать, объемами, килограммами. Кто с этим знаком, тоже на себе
на примере своих знакомых тоже поставьте плюсик. Наверняка вот это было. Поэтому, если вы не хотите себя мучить жесткими диетами, тем более знаете, что это вредно, и всякими препаратами, а любые препараты – это риск, извиняюсь, там и наркотики, грубо говоря, есть, правильно, которые воздействуют на наш, так сказать, центр голода, насыщения, и это вот таким образом влияет. Ну, о ведущих я уже говорил, это вот сейчас с вами я, кстати, сам я проживаю в городе Томске, в Сибири, а Сергей Владимирович в Омске. Ну, благодаря интернету такой возможности можем вести вместе из разных городов. Хотя Сергей Владимирович, мы знакомы очень давно, наверное, где-то с 98 года, с 99-го. И мы познакомились в Томске. Сергей Владимирович учился в Томском мединституте, кстати. Ну, кроме трехнедельной программы, я еще веду вот как раз его курсы по современному гипнозу, по самогипнозу, являюсь автором книги «Самогипноз. Активное самовнушение». Может быть, даже кто-то и читал мою книгу. А это как раз вот кратенько о Сергее Владимировиче. Он, кстати, является автором целых трех книг, в том числе две, это по снижению веса. Это «33 секрета стройности», одна из самых популярных его книг, кстати. И также он еще ведет курсы по антистрессу. Вот мы вместе, такой командой, работаем уже несколько лет. Ну, именно по снижению веса, хотя и раньше мы работали, контактировали. Вот, но вместе решили такой проводить интернет-курс, кстати, по инициативе Сергея Владимировича, ну, примерно года два назад. До этого вели в живом таком формате все это. Как показала практика, интернет-формат не всем, но многим людям даже более удобен, чем живые встречи, потому что не надо никуда ездить. За счет длительности, регулярности это входит в привычку, и это происходит более естественно, без надрыва. Ну, а теперь о плане работы, то есть как и что мы будем делать, как мы будем работать. План на следующие 3 недели. О чем будет идти речь, если так общими мазками, да, общими фрагментами. Значит, если говорить о плане работы, то 3 недели. Первая неделя, сразу могу сказать, она может быть кому-то не понравится. Она может быть будет жесткой в чем-то. Почему? Ну, это будет, знаете, мы называем эту неделю столкновение с реальностью. Вот, да. И там будем разбирать реальное положение дел. Будем прорабатывать нежелательный образ будущего. Это неприятно, это негативно, может быть. Но, подчеркиваю, у человека, у большинства людей самая сильная мотивация, не у всех, но все-таки в целом, это негативное, отрицательное. Кто с этим согласен, кстати, тоже поставьте плюсик. И почему? Потому что она базовая, она физиологически предопределенная, заложенная. Это принцип отрицательной обратной связи. По этому принципу работает наш механизм. И мы будем создавать негативный образ, но вместе с этим затем будем переориентироваться на позитив, чтобы у нас был и кнут, и пряник. Именно это один из таких залогов мощной мотивации. И именно на первой неделе мы будем именно прорабатывать мотивацию. Будем менять питание и обучаться тому, что мы называем интуитивное питание. И это основа именно стройного образа жизни, когда мы учимся понимать потребности своего организма, понимать, прислушиваться к нему и так далее. Как это умеет ребенок? Или, допустим, знаете, дорогие женщины, которые сейчас участвуете, вот, ну вот наверняка помните, в период беременности, у кого есть сейчас дети, организм прямо не просто просит, а требует того, чего не хватает. Кто это помнит, поставьте, пожалуйста, плюсики. Ну, это женщина, среди женщин. У кого такое было? И вот, да, да, и вот задача, видите, это и есть, в принципе, у нас. Вновь это пробудить, да, что оживить. Мы этому будем обучаться. И это очень полезно. Именно это является основой гармоничного. Потому что наш организм, наша психика изначально это саморегулирующая система. То есть организм берет столько, сколько ему нужно. Я привожу пример, что в природе нет проблем избыточного веса. Потому что животные кушают только когда хотят и столько, сколько хотят. Именно так. Но в современной жизни, я подчеркиваю, будем тоже разбирать. Извиняюсь, телефон. Выключу. Но в современной жизни, как мы уже вот, говорили немножечко, к сожалению, бывает так, что
часто человек кушает не потому, что хочется он голоден, а потому что это вкусно, красиво выглядит, или даже или в ходе разных там своих убеждений. Допустим, как праздник, так часто там, не знаю, там как шутка, у русского человека праздник, это значит полный стол, там, Новый год, мандарины, тазик с салатом и шампанское, да. Поэтому будем это прорабатывать, то есть понимать, что хочет наше тело. И это как раз залог того, не только даже для там, внешнего, это просто залог здоровья, долголетия, если хотите. Вот именно, это одна из таких важных составляющих. Вторая неделя. Мы более детально прорабатываем питание. Мы учимся тоньше понимать себя. Мы прорабатываем случаи, когда имеет место автоматическое переедание. Ну, наверняка вот замечали, что вроде как сами не заметили, как рука уже тянется к сладкому, или сделали бутерброды, сели перед телевизором, не заметили, как их там скушали. Вот у кого такое есть, поставьте плюсик, пожалуйста. Вот это автоматическое переедание, оно часто является таким вот, ну, не лучшим примером, да, не лучшим другом в данных ситуациях. И мы учимся прорабатывать эти моменты. Мы учимся осознанно делать выбор. Мы учимся обходить те вторичные выгоды. Почему? Потому что если просто запрещать, там, как Кашпировский шутил, не жрать, да, кто, может быть, из советской эпохи еще помнит, как он кодировал там, да, надо меньше жрать, как он говорил, так, жестко, да, то понимаете, в чем дело? Напряжение будет расти. А еда часто у некоторых это средство справиться со стрессом. У кого такое есть, тоже поставьте плюсик. Это может быть желание получить удовольствие, там, поблагодарить себя или кого-то, ну и так далее. И просто вот так вот запрещать, ну это неправильно. Чаще всего человек-то ест не потому, что там, там что-то там организму голоден, просто вкусненько, сладкое там, да. Рафинированные углеводы, это избыточное потребление, является одной из причин, я бы сказал, избыточного веса. Рафинированные углеводы, жиры, которые становятся более доступными во многих там, таких синтетических продуктах и так далее. И вредными, но человек этого часто не замечает. И это работа с убеждениями, вот что будет на второй неделе, потому что в основе часто вот именно переедания лежат именно самые разные наши убеждения. Убеждения, ну, пример простой, да, пришел гость, надо обязательно напоить там чаем, в придачу еще тарелку супа и бутерброды. Кто такое делает, поставьте плюсики. Ну, потому что в нашей стране, да, как-то ну, не принято русское, кавказское, там прочее, там восточное такое гостеприимство, как угодно это называете. В целом для, наверное, всего постсоветского пространства, это для многих народов это свойственно, это вполне нормально, естественно. А в Европе такое, допустим, ну, не принято. Ну, пришел гость, ну ладно, там, ну, может быть, чаем максимум гостим, и все на этом. Примерно так, да. У нас же это немножечко по-другому все выглядит. Или, к примеру, убеждение, что надо обязательно доедать. Иногда они даже не осознаются, эти убеждения, но они есть, что обязательно праздник надо обжираловку устраивать. Если не доел, как-то вот вдруг хозяина обижу. Вот эти многие вещи, порой даже незаметные, раз за разом, в определенных ситуациях толкают человека к набору веса. Да. Так. Ну что ж, вот Андрей, ну это попозже потом, давайте, Андрей. Итак, идем мы дальше. По поводу третьей недели, да, можете написать мне, Андрей, обсудим персонально. Я просто сейчас не буду отвлекаться. Напишите. И вот третья неделя, если говорить, то это прощание с весом. Почему? Ну, у каждого, у человека, у нас бывает сложная ситуация в жизни, правильно? Стрессы, переутомления, сложные жизненные ситуации, ну и так далее. И вот именно часто сложные ситуации провоцируют срывы, правильно? Вот, пожалуйста, поставьте плюсики, кто уже снижал вес, да, и у кого были потом в дальнейшем срывы. Есть наверняка такие, правильно? Среди сегодняшних наших участников. Ага, да. Есть. И вот именно с этим мы будем работать, то есть прорабатывать план действия в самых разных сложных ситуациях. Стрессы, переутомления, праздники, поездки в том числе и так далее.
это является одним из таких, я бы сказал, сложных моментов, и мы это будем прорабатывать. План действия. План действия на перспективу. То есть что, как делать, в каких ситуациях, ближайших, отдаленных, мы будем прорабатывать. Потому что часто люди не знают, как делать, что поступать. Даже и у нас, знаете, как, даже если срыв произошел, что и как поступать дальше. Вот. Как будем разбирать механизм, физиологический вес уходит. Он уходит ведь постепенно, есть свои ступеньки. И это вполне нормально, это закономерно. Это естественно, это физиологически обусловлено. Вот у нас в долгосрочной перспективе мы будем это разбирать. Ну и я позволю себе еще раз вкратце озвучить некий такой план, принципы, на которых основывается вот наша работа, наши подходы в ходе нашей трехнедельной программы. То есть у нас более, получается, 15 занятий будет в ходе наших занятий. Мы по поводу через телефон, Марго, сразу скажу, я не знаю, можно ли через телефон. У нас тут новая платформа. Если вы сможете на нее зайти, протестировать заранее через телефон, значит можно. Знаю, что не все планшеты поддерживают старую платформу. Мы вот из-за этого, кстати, отчасти переехали вот на эту платформу. Поэтому попробуйте, я не знаю, правда говорю. Вот старая платформа поддерживала некоторые телефоны, но не поддерживала, допустим, там ряд планшетов, только Samsung там какие-то были. Это чем я там? Все Macintosh, там Mac не работали почему-то на той платформе, серьезно говорю. Ну вот отчасти вот мы из-за этого перешли на эту платформу. Итак, поэтому надо попробовать. И какие принципы мы разбираем, и на основе чего у нас все это, вот, собственно говоря, мы можем достигать тех или иных результатов. Первое. Это образ стройности. Идея заключается в чем? То, что нас мотивирует. Да, негативная мотивация очень сильная. Но если у нас нету конечной цели куда, то даже самая сильная негативная мотивация со временем ослабевает. Как только более-менее вес ушел, все, человек вновь начинает набирать вес. И наша задача не сбросить вес, а именно расстроить программу, внедрить ее на бессознательном уровне, образ стройности здоровья, которому мы будем постоянно двигаться, как некий маяк, которым будем двигаться всю оставшуюся жизнь. Раз за разом поддерживаю. Это первый такой базовый принцип. Не скажу, что все, но ряд старых методик, подходов, программ кодирования, они в основном зафиксированы только на избегании, на запрете, на устрашении. Выпьешь, умрешь, там, или еще что-нибудь такие именно устрашающие, негативные. Второе. Обязательно навести порядок с питанием. Мы для этого будем вводить как раз журнал, дневник, его можно в бумажном виде ввести, в Excel. Вот наверняка, кто участвовал в прошлом вебинаре, я показывал примеры, я делал слайд, Сергей рассказывал, я показывал пример, как это можно делать в Excel. Кто видел, поставьте плюсик, пожалуйста. И там задача не считать калории. Это утомительно, долго и, самое главное, бесполезно. Почему? Ну, очень просто. Одно дело, вы там весь день просто спали, лежали или сидячая работа, а другой день вы на холоде, не знаю, там воду таскали, дрова пилили, лес там, уголь грузили. Ну, так утрирую, конечно, кирпичи носили. И расход будет совершенно другой. Я приводил пример, что я читал заметку про одного пловца, вот его рацион в день, ну, по калориям составил более 16 тысяч калорий, представляете? Более 16 тысяч. Вот вы только представить такое можете. При этом все, он был стройным и подтянутым достаточно. Почему? Потому что, во-первых, он плавал в холодной воде, ну, это вот таких на водоемах открытых, есть такой вид соревнований, по-моему, называется. Холодная вода сама по себе уже очень много, так сказать, отнимает у нас тепла нашего тела и энергии. Во-вторых, когда мы плаваем, даже в теплой воде, мы в час расходуем почти 500 калорий. Это в два раза там больше, нежели мы бегаем, к примеру. То есть очень много. Вот, пожалуйста, туда все это. И поэтому расход переменный. Здесь скорее навести порядок. Сначала мы ничего не меняем, не запрещаем, мы просто фиксируем.
что мы едим, когда мы едим, сколько, зачем, с кем, когда, в какой последовательности, каких объемах. Для того, чтобы осознать, прежде чем что-то менять, нужно понять наши привычки пристрастия. Это одна из таких базовых основ, с которой мы начинаем. Итак, идем дальше. Третий принцип. Научиться распознавать потребности своего тела. Ну, я уже об этом выше говорил. То есть интуитивное питание. Понимание, что хочет наш организм в данный конкретный период. Какой продукт нужен. Каких количествах. Как. Именно понимание потребностей своего тела приводит к тому, что, знаете, вот как пишут наши участницы, ну вот вроде как сладко он постоянно будет, но потом просто не хочется. Вот. Просто не хочется, просто даже есть какой-то сам по себе, ну, невкусно, не привлекает, не притягивает. Ну, есть, да и есть, и все. Все равно, безразлично. Это вполне нормальное явление, когда мы не запрещаем. Потому что если мы что-то запрещаем, тем сильнее формируется некоторое напряжение. Но когда мы понимаем физиологические и в том числе психологические потребности, я приводил пример, там, стресс, да, желание поблагодарить себя. Некоторые вторичные выгоды, некоторые женщины через избыточный вес защищаются от избыточного, чрезмерного внимания со стороны мужчин, к примеру, да, такое тоже есть. Такие вторичные, глубоко зарытые выгоды. Поэтому здесь это играет тоже существенную роль. Так, идем дальше. Четвертый принцип. Удовольствие обязательно. Почему? Ну, может быть, даже вы за собой такое замечали, кто замечал. Напишите прям «да», не плюсик, а именно «да», чтобы я видел отдельно, что «да» такое есть. Знаете как, еда, это даже, знаете как, Сергей Дремов, Самара, наш коллега, говорит, пищевая зависимость, толстяк в завязке, да, что человек, который просто жестко себя запрещает, ну как, после дела, алкоголик некой степени. Ведь не зря говорит даже об элементарной пищевой зависимости. Это, на полном серьезе есть такое. Некоторые, чаще у женщин бывает, вот она, настроение плохое, ее морозит, поел шоколадку, и все, настроение прямо начинает улучшаться. Такой пример. И поэтому часто еда является простым способом поблагодарить себя, порадовать, получить удовольствие, расслабиться, снять стресс и так далее. И если мы не ищем альтернатив, сразу хочу сказать, иногда эти альтернативы, даже не иногда, а чаще, они более затратны по времени, может быть, даже по деньгам, по усилиям. Ну, здесь уже выбор. Либо вы поступаете как есть, либо вы платите за здоровье свое вот тем большими усилиями, временем. Это неизбежно. И понятно, что можно просто, пробегая мимо холодильника, там, откусить палку колбасы, пойти дальше смотреть телевизор. Это простое такое удовольствие, да, и так далее. А можно там сходить к друзьям, там, погулять, подышать, прочее. Это требует, так сказать, включения фантазии, некоторых усилий и времени. Это, несомненно, дольше. Но, знаете как, позволю свою такую идею, за все приходится платить. Бесплатно, только в мышеловке. Так же и здесь. Это большими усилиями в плане внимания к себе и времени вы вот этим платите за свое здоровье. Потому что избыточный вес – это не просто какой-то косметический недостаток, как некоторые думают. Это серьезная проблема, и со временем сказывается и на суставах, и на позвоночнике, на внутренних органах, на всем подряд, даже на сердце. Это очень сказывается даже на характере человека, на всем, по сути дела, на его даже активности. Пятый принцип – это нужный настрой. То есть мы разберем, что, как делать, чтобы он появился. Вы прекрасно знаете, что наверняка, когда нет настроя, не может, не хочется даже двигаться с места. У кого такое есть, поставьте, пожалуйста, плюс. Наверняка такое у вас это было. Вот как найти этот настрой, как его создать, усилить, там, развить, это является на самом деле одна из таких, я бы сказал, ключевых моментов. Об этом мы тоже будем говорить и прорабатывать. Шестой принцип. Это, как сказать, мы учимся, так сказать, внедряем на уровне подсознания другие альтернативы поведения. Почему? Я объясню. Можно, конечно, осознанно контролировать себя, написать дневники, каждый раз одергиваться за руку, внушать, что это нельзя. Но
бессознательные привычки оказываются очень сильными. Ну, даже не обязательно с избыточным весом, там табак, очевидный там вред сразу и так далее. Человек вроде все понимает, а вот не получается эту привычку перебороть. Вроде бы и ты находишь другие плюсы, как это заместить и так далее, но старые стереотипы, как словно по рельсам, вот идет дальше. Да? И вот если мы не работаем, не прорабатываем эти бессознательные стратегии поведения, альтернативы, мы, к сожалению, раз за разом будем вновь возвращаться к тому, с чего начали. Поэтому, кстати, в нашем курсе, я говорю, у нас каждое занятие, это будет медитация, погружение, трансы. Мы будем именно на бессознательном уровне прорабатывать определенные стратегии программы. Без этого, к сожалению, результат может долго не держаться. Это одна из таких ключевых аспектов для того, чтобы внедрить это на бессознательном уровне, для того, чтобы это было постоянно, стабильно, непрерывно, чтобы мы не запрещали себе что-то. А, допустим, если у нас потребность снятия стресса, мы обучаемся каким другим альтернативным способом можем снимать стресс, расслабляться, чтобы мы не просто это знали, отработали, чтобы внутренне, бессознательно был принят этот вариант поведения. Без этого, к сожалению, очень сложно. Не зря говорят там, да, привычка, там, вторая натура, ну и так далее. То же самое вот и об этом. Тем более, чем старше человек, тем сложнее ему бывает осознанно поменяться. Он все осознает, но нету, к сожалению, той внутренней гибкости, как это было, может быть, раньше. Итак, идем дальше. Ну да, вот Татьяна пишет, поняли, почему вновь закурили. Потому что, да, это ну, у некоторых это тоже один из способов снятия, например, стресса. В таких ситуациях бывает все равно. И мы вот как раз даже вот не зря говорили, что план действия на сложные ситуации. Вот у нас один из таких, мы обязательно разрабатываем. Следующий очень важный аспект – проработка убеждений по поводу еды, внешности, здоровья и так далее. Я уже об этом говорил. А убеждения, внедренные в нас с самого детства, а по поводу еды очень много говорили, что надо гостей угощать, надо едать, надо, там, тарелочка, чтобы была чистая, там, кружки рукой не сметать, ну и так далее, хлеб не выбрасывать. Их столько много на самом деле, все даже и не упомнишь. Они, понимаете, в чем дело, передавались из поколения в поколение. И почему эти вещи вот именно на нашем, так сказать, я бы сказал, вот, в России, не только в России, в том, что, знаете, в нашей стране, наша страна перенесла много войн, на самом деле, потрясений, даже голода. И это просто так быстро не уходит. Это остается на генетическом уровне, на культурном, это как некая такая память, да, предков там. Это элемент культуры, серьезно говоря. И это бывает очень сложно переломить. Это так должно быть. И именно это зачастую внушенные определенные вещи с самого детства, знаете, как вот некий такой родительский гипноз, там надо доедать, да, ребенка внушают, там ешь, а то обидишь бабушку, да, пока не поешь, гулять там нельзя, а вот сладкое потом, ну и так далее, много определенных таких вещей, и есть полезные убеждения, но есть и негативные определенные вещи. Вот я позволю себе, может быть, кому-то это не понравится, потому что сейчас модно увлечение там, вегетарианство, сыроедение, ну и так далее, и так далее. Я считаю, вот у меня такое убеждение, это хорошо, если действительно это потребность организма. Некоторые к этому подходят, знаете как, монодиеты, прочее, еще что-то такие вещи. Вот, сказали, что так надо, и все, вот они все вот только так и поступают. Мне кажется, нужно поступать достаточно гибко, исходя из потребностей организма. И у всех организм разный. Например, северные жители вполне нормально могут и без вегетарианского питания прожить. Ну, я говорю про северные народы, у них скорее наоборот. Растительная пища хуже усваивается, что-то даже генетически обусловлено. Поэтому у них на алкоголь не так реагируют, потому что они вообще в тех краях не потребляют таких количеств там, растительную пищу, там, или фрукты, или еще что-то. И у них в принципе, не потребляют сахар, у них нет процесса брожения там, в кишечнике, и в кровь просто меньшее количество вырабатывается спирта, намного меньше, чем у людей, испокон веков, питавшихся другой пищей. Поэтому они быстро спиваются, поэтому у них вот совсем все по-другому.
И у каждого генетика своя, несколько особенная. И просто на основе там каких-то убеждений делать правил, ну, это безграмотно. Есть, конечно, там определенные, но это все, это средние по больнице. Опять же, зависит от местности, на ком это экспериментировали, выводили эти средние там нормативы по количеству белка, витаминов, калорий, да и многого другого. Поэтому здесь именно более правильный подход, именно не ориентироваться, не поступать шаблоном, а прислушиваться к своему телу, к своему подсознанию. Вот об этом мы тоже будем разбирать, прорабатывать те убеждения, которые присутствуют и держат нас. Ну и, конечно же, очень детально выработаем несколько вариантов плана, и будет у нас потом поддержка на самые разные сложные ситуации, чтобы вы были готовы к сложностям. В том числе, как справляться со стрессом. У нас будет отдельно это прямо разберется. Кроме того, у нас, по сути, наша программа еще и очень такой антистрессовый курс, как-никак. Потому что сами по себе подружение, трансы, медитации, которые мы проводим, обладает мощным таким механизмом саморегуляции, заметно нормализует наше, так сказать, эмоциональное, физическое составляющее. Мы учимся справляться с этим стрессом. Вот что у нас будет. Ну что ж, и дальше. Девятый принцип. Мы будем разбирать то, как уходит вес. То есть мы будем разбирать те закономерности, те правила, по которым будем жить постоянно. То есть именно понимая, как уходит вес, понимая физиологию, понимая правила именно встроенного образа жизни, мы сможем постоянно поддерживать. И самое главное, знаете, вот один из таких примеров часто будет наших участников. А вот у меня произошел срыв там, ну, произошел, и что? Даже люди, которые, так сказать, ну, условно говоря, ведут стройный образ жизни, здоровый, у них тоже бывают там переедания и срывы, и это нормально. Организм может, в принципе, если там он 1-2 раза в месяц произошел, даже если 4, вполне нормально справится. Если в целом вы правильно понимаете потребности своего тела, вы придерживаетесь правил, вы понимаете закономерности, как, зачем это происходит, и следуйте определенным шагам, вне зависимости ни от чего. Вот о чем стоит помнить. Итак, идем дальше. Собственно говоря, ну это завершающая такая составляющая. Это прощание с лишним весом. Что это под этим подразумевается? Я объясню. Ну, очень часто, так сказать, люди очень эмоционально привязаны своего внешнего вида, особенно у женщин, это вполне понятно. Ну, кто со мной согласен, наверняка многие женщины сейчас поставят плюсик, если да, поставьте это. Это несомненно. Для мужчин это меньше, но для женщин это, ну, такая составляющая неразрывная, как выглядит женщина, да. Вот для нее это очень важно. Для нее это, как я сказал, один из таких эмоциональных, мощных составляющих. И часто вот именно самая такая оценка себя, что вот я не такая, я толстая и так далее, это некое негативное самовнушение очень сильно действует на человека. Это само по себе является неким таким источником стресса. Понимаете, какая ситуация? Чем, неважно, плюсом или минусом, но чем сильнее эмоционально вы привязаны к тому или иному человеку, предмету, тем сильнее это вас удержит. Неважно, плюс это или минус. Наверняка вы в жизни своей встречались, и вот неважно, какие эмоции, плюс или минус, но чем сильнее эмоции, тем сильнее привязанность. Если вы с этим согласны, напишите прям «да», если вы на себе такое замечали. Это действительно, это так, к сожалению. Я бы так сказал. Почему? Дело в том, что неважно, плюс это или минус, плюс эмоции в вашем теле там она как-то есть, вы об этом думаете. Минус, опять же, вы об этом думаете. А чем больше вы думаете о том, что вам не нравится, тем сильнее вы это к себе притягиваете. Это все равно, что простой тест, шуточный. Попробуйте сейчас минуту не думать о зеленом котенке. Вот попробуйте. Вот не думайте о зеленом котенке. Каждый раз, когда вы не думаете, понимаете, что думаете, старайтесь опять не думать. И что получилось у вас? Не думайте о зеленом котенке. Каждый раз, когда вы будете
стараться не думать о зеленом котенке, вы будете себя же опять ловить на мысль, что вы сначала о нем думаете, а потом заставляете себя о нем не думать. Получается некие такие метания. Да. Сделали такой тест шуточный? Если да, поставьте плюсик. Ну или давайте другое сделаем, шуточный тест, чтобы вы поняли. Попробуйте сейчас сосредоточенно не думать о дольке апельсина или лимона, о сочной, яркой, насыщенной дольке апельсина или лимона. Прямо вот совсем не думайте. Постарайтесь со всех сил напрячься и вот не, просто не думать, чтобы даже чтобы намеков не было на усиленное слюноотделение, которое может появиться, если вы сосредоточенно не думаете о дольке лимона. Но оно вот появляется, правильно? Если вы это заметили, что чем больше вы не думаете о дольке сочного лимона или апельсина, тем больше выделяется или не выделяется ваша слюна. Понимаете, в чем дело? Парадоксально. Все, что мы избегаем, все, что мы пытаемся побороть в себе, мы только своими эмоциями делаем сильнее. Серьезно говорю. Невозможно силой победить этих внутренних драконов, которые живут в нас. Нет, это бесполезно. И когда вы испытываете плюс, как говорит, от любви до ненависти всего один шаг. Неважно, плюс, минус, это привязанность, это магнит. Неважно, какой у него пульс, позитивный или негативный. Но когда вы будете к этому относиться безразлично, это просто от вас уйдет. Это такой очень важный составляющий момент, просто без которого нельзя. И вот главная идея – это все равно. Все ровно, спокойно. Задача не в весе, а задача в комфортном самочувствии, в здоровье. Задача именно в понимании, что ты хочешь, что хочет твое тело. Именно в гармоничном таком отношении к себе. Ну что ж, это 10 основных принципов. Это основная наша программа, которая у нас стартует 24 марта. И если у вас сейчас есть какие-то вопросы, то с удовольствием, с радостью отвечу на все ваши вопросы. Итак, давайте жду ваших вопросов. Так, ну что ж, я жду ваших вопросов. Вопросы.